В ночь на 30 марта на заводе Кунина в Засоморской слободе вспыхнул пожар. Возле завода, рядом с большим количеством лесопильного материала, запылал дом. Среди обитателей слободки это вызвало большую панику, так как река Самара уже тронулась, и переправа через нее сделалась невозможной ввиду отсутствия специальных для этого приспособлений. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».